По школе полностью был закончен практически. Уже есть монолитный железобетонный каркас. Была начата уже кладка всех перегородок по подвалу. Начата кладка уже на первом этаже была кирпичная. Также была выполнена уже практически полностью вертикальная планировка. Также уже были заключены договоры с организациями на внутренней инженерной сети, на внешней инженерной сети. На данный момент у нас строится порядка 11 объектов, включая школу. Школу в стадии вот сейчас возводится монолитный каркас, монтаж металлоконструкции. С 13 числа, согласно указу губернатора, строительные работы на нашем микрорайоне остановлены. Готовность строительства была 20%. Были набраны хорошие темпы, но, к сожалению, стройку остановили. Срок сдачи именно этого объекта – конец года. Если карантинное время продлится незначительно долго, то что-то можно и наверстать. Некоторые работы можно будет впоследствии вести параллельно.